Давай, иди комментируй. Так, мы ведем репортаж Смольно. Припарковали дубачок. Зима. Здесь 5 часов будем. Плюс 30. Я прям трусы там сниму, наверное. Херли там. Скажу, у нас зима. Болеете? У нас карантин. Курортник. Такой загар. Так и загорел. Чемоданы отправили. Улыбаемся. Улыбаемся. И ушами шевелим. Ирония. Не, глаза тоже улыбаются. Улыбайся. Глаз? Глазами. Куда же мы без QR-кодов? Решил прокатить Катюху с ветерком. Ну, на автобусе. За 7 евро. 120 км в час. Меня устраивает автобус. Хотел проехать зайцем по багажнике, но меня спалил шофер, когда я туда залазил. Пришлось заплатить 3,5 евро. Это грабеж. Мы идем на пляж, Дмитрий без трусов плавательных. Забыл на пляж трусы. Январь. Идем на пляж. Январь. Какие трусы? В январе я обычно без трусов. Пойдем в спар зайдем, может там трусы есть. Он там продает какие-то. Трусы в спаре? Не знаю. И шоколадку. И шоколадку. Можно сосунку? Нет, не актуально здесь. Здесь страшно с сосулькой ходить. Да, могут. Между прочим, здесь мужчины ходят с женщинами для безопасности. Вот. Да, это да. Опасно тут. Пойдем спать. Одному ходить мужчине. Надо, чтобы кто-то прикрывал тыл. Желательно с двух сторон. Я поэтому, наверное, и одел двое шорты и трусы. Как-то защититься. А вот и он. Акиян. Я. А вот и я. А вот и Дима. Блогер. Какой блогер? Что-то подмышки вспотели надо. Взлетай. Надо окунуться. Сейчас махнем жопу, только, блин, плавок нет. Да. Ну, может быть. По краешку магазинчика есть. Хорошо, что-то. 2 января. Утро. В тени плюс 23. Время сколько? 10? По местному. По 11. По нашему. Нет, по местному. По 11. По нашему по 12. Утро раннее. Спали долго. Ели вкусно. Пили сладкое. Смотри, какая пальма интересная, как будто бы стоит кто-то с головой, с одной рукой. Хорошая такая набережная. Только от берега далеко. Дюны. Да ладно, дюны, это Димаса снимает. Димаса снимает. Песок, занесенный с Сахары. Там Лас-Пальмас. Димас, занесенный с Норвегии. Вон она занесло. Катюха какая-то. Ах, какой кайф. Пески Сахары. О, так приятно ногам. Да? Кайфово. Такой прохладный еще. Он такой нагреть. Мягенький, гладенький, так приятно. Кайф. Погнали. Ты на жопе можешь? Нет, на жопе
А дети на лыжи. На сноуборде надо. А теперь давай колбаской. Дрон. Класс. Класс. А ведь какая прелесть. Но никто не купается. Красный флаг. Катюха, этот флаг значит, что можно идти купаться. Это значит вода, огонь. Да. Ой-ой, не то снимаю. Короче, взяли машину в аренду на 2 дня. Это мой водитель. Да сейчас. Да ты за рулем. Ты хотела, поехали. Я хотел на скутере, который стоит на 10 евро дороже. А тут машина. Где?
Без кондиционера. Ладно, не плачь, здесь холодно. Почти, а ладно. Почти что. Зима. Зима, январь. Ладно, обогрев не понадобится. 5 января. Дубанчок. Вот она наша детка. Даже местные люди. Пухляка. Открой мне дверь. Сейчас. Пожалуйста, пик-пик. О, вот это. Ваше высочество, присаживайтесь. Вот это аппарат. О, пожалуйста, пожалуйста. Благодарю. Сейчас дверь снесут. Главное, чтобы коленки... Не, надо. Так, наверх, назад. Так, вот она, детка. Место, конечно, не камильфо. Ой. Да чуть назад, там, а то мне тут вообще не... Кто здесь ездил? Как на ней ездит-то? Да ладно. Это велосипед какой-то. Подожди, надо подвинуться. Ужас. Да ладно, нормально что-то. Ну ничего. Так, здесь три педали. Бензин, гибрид. У тебя же нет третьей ноги. Как нет? Все есть. Все на месте, все заснято. Я вчера с Дюн показывал. Третью ногу. Давай, держи. Подожди. Un momento. Por favor. Грациас, грациас. Давай, бери камеру. Чика. Блин, да, кушать пожалуйста. Уже села. Так, там бензина хватит. Окна. Все, хорош. Ой, а окна открывать можно только у тебя. Оно хотя тут дотянуться, это боже мой. Я до любой части машины могу дотянуться очень легко. Не, здесь тоже не открывается. Ты завести ее, наверное, надо.